Да? Все нормально. Как в старом анекдоте. Вчера отец разговаривал со мной о сексе. Дуб дубом. Мы с Андрюхой однажды решили, что до этого скучно мы жили. Вроде все понемногу бывает, а чего-то все равно не хватает. Мы наладились пойти прогуляться, кислородным запасом набраться. Наутюжились так, что об стрелки при ходьбе терлись обе коленки. В карманах на двоих много денег на различные там заведения. И не пугаясь никаких аномалий, мы культурно отдыхать сразу стали. Для начала мы пошли в кинотеатр под названием смешным «Сухэбатор». Взяли пиво и еще 8 пива, чтоб красиво было, чтоб все красиво. Фильм, конечно же, шел заграничный, о любви, но не очень приличный. На афише были сиськи все настежь, в общем, полные дассы с фантастиш. А в зале народу мало было, и это нас насторожило. Ведь столько лет в стране не знали секса, и вот вам атрофация рефлекса. Конечно, коль все время говорили, что дескать все в капусте находили, а кто в капусте мог вязать узлы? Ну, сами понимаете, козлы. Ну, мы-то, мы с Андрюх, слава богу, моем прийти к любому на подмогу. Налейте коньяку, а лучше водки, и, бабы, все держитесь за колготки. Тут свет погас, и дали представление, у нас сменилось сразу настроение. Раскинув ноги все на спинках кресел, Андрюха мой доволен был и весел. В картине был любовный треугольник, он и она, и старенький садовник. Ходили нагишом одни же талии, наверное, тепло у них в Италии. По виду вся семейная идиллия, как в мафии на острове Сицилия. На мужа иногда она ворчала и часто по ночам одна скучала. Тут подвернулся под руку садовник с Моржопиной, ну, все-таки любовник. Он поливал цветы, облил ей платье и оказался у нее в кровати. А муж был в это время на работе. Он бизнесмен или что-то в этом роде. Когда пришел домой, увидел сцену, не сразу догадался про измену. А он не стал ни драться, ни ругаться, он тоже начал быстро раздеваться. Как два маэстро на одном рояле, они на ней играли и играли. Андрюха только ракурсы увидел, как будто его сейчас прям кто обидел. На кресле завертелся, закрутился и даже своим пивом подавился. Он мне шепнул, с таким он инцидентом отсюда можно выйти импотентом. А вдруг моя жена сейчас в постели и трогает усы на чьем-то теле. Мы даже все кино не доглядели, домой обратно быстро прилетели. Жена была одна, ждала Андрюху, и получил он тут сразу оплеуху. С той поры и с этого мгновения у нас сложилось два полярных мнения. Мне нравится итальянское кино. Андрюха говорит, кино ему не понравилось. Спасибо. Вот и вся эротическая песня.